Как вы, наверное, догадались, сегодня я ваш лектор вместо Тимофея Хирьянова. Зовут меня Лизанов Василий Владимирович. Для тех, кто еще со мной не знаком, веду 742 группы. И также, как вы, наверное, уже обратили внимание, сегодняшняя лекция посвящена а, такому способу работы, работы с графами, как обход их в ширину. По-английски говорят breadth first search. И давайте сразу покажу, какой у нас сегодня план. Сначала мы вспомним, что такое очередь, как структуру данных. Далее мы поговорим непосредственно про понятие обхода графа в ширину и про то, как написать там код. И в дальнейшем мы посмотрим разные примеры, для чего это можно использовать. Ну и также где-то там 5-6 различных применений этого алгоритма я вам расскажу. Ну и также напишем довольно много кода. Я покажу. Ну и так, очередь. Очередь, когда, когда говорят об очереди, обычно сразу же вспоминают стек. Они действительно очень похожи, и логично их рассматривать вместе как абстракции. Нужно понимать, что, что очередь, что стек — это не какой-то особый вид массива или особый вид списка. Это просто некая абстракция для работы с данными, в которой в очереди вы можете добавить в один конец, взять с другого конца, а в стеке добавить ну в этот конец и взять с него же. То есть запомните вот эти фразы: last in first out для стека, тот, кто первый попал в стек, выйдет оттуда последним. И first in first out для очереди. Наоборот, тот, кто первый вошел, он в буфере спустился в конец, и когда вы берете элемент из очереди, вы получаете тот элемент, который вы положили первым. Для стека операции ну, добавления и удаления обычно называются push и pop общепринято. Для очереди такой единой терминологии нет, можно пользоваться терминами add, remove или enqueue и dequeue. В общем, в разных языках по-разному. Мы, мы будем использовать некую библиотеку, и там будут свои методы. Итак, теперь про то, как писать очередь в питоне. Смотрите, значит, самый простой и первый приходящий на ум способ написать очередь в питоне, это взять обычный список, лист, и использовать в качестве операции добавления операцию append, она добавит в конец списка, а для извлечения использовать pop0. То есть в целом это так же, как работает со стеком через список, но в стеке вы брали pop без аргумента 0, потому что pop без аргумента он берет с конца, то, что вы заопендили последним. А pop с каким-то параметром натуральным, он берет, достает элементы списка по тому номеру, который вы передали, и возвращает его, удаляя из списка при этом. Вот. Значит, операции append и pop0, и, в принципе, очередь готова. Какой тут недостаток? Недостаток такой. Вот в самом начале семестра была тема по трудоемкости неких операций списка, множества и словаря, и там как раз-таки Упоминалось, что поп от какого-то итого элемента работает неэффективно, потому что он перестраивает весь хвост, весь хвост списка, который остался за ним. То есть, если вот а, так нарисовать, а, вот ваш список, вот его конец, вот вы взяли какой-то итый элемент. Он отсюда пропал, ушел, и далее... Нужно весь вот этот хвост списка перестроить. Тут получается n минус i элементов. То есть трудоемкость взятия э, поп с этого индекса, это длина списка минус i. Получается, поп от нуля по трудоемкости будет o от n. Что в целом не очень хорошо. Хотелось бы такую простую операцию, как извлечение элемента из очереди, делать за от единицы. Второй способ, который э, ну, можно назвать грязным хаком это как, опять же, из списка получить очередь, но при этом данный способ будет неэффективен по памяти. Значит, мы берем наш список. В качестве добавления элемента у нас опять же будет э, операция append. А в качестве взятия мы будем просто брать элемент по определенному индексу. То есть... Э, мы запоминаем сначала вот этот вот начальный индекс 0, допустим, iStart. Далее мы, когда извлекаем элемент, мы просто берем вот этот элемент, но мы его не удаляем из списка. Мы просто увеличиваем вот этот наш iStart на единицу, и он будет 1. И, соответственно, грубо говоря, такой вот у нас самописный указатель будет указывать индексом вот сюда. То есть вот это будет iStart. И когда в следующий раз вы возьмете этот, операцию взятия из очереди, у вас возьмется по месту iStart. Тем самым, вот здесь вот это написано, вы будете брать за O от единицу, потому что операция индексирования в списке работает за O от 1. Но при этом вот все те элементы, которые у вас были тут, они, грубо говоря, никуда не денутся. Вы их также оставите, и ваша очередь будет просто бесконечно разрастаться. Ну и способ, который э, на данный момент, наверное, наиболее оптимальный для использования вами, э, если того позволяют условия, а именно вот импортную стандартную библиотеку, э, называется DEC из Collections, и это, по сути, эффективная реализация очереди. Э, далее я приведу ссылки на документацию с ней, но вам нужно запомнить, что вот ваши операции, которые вам нужны, это просто append также в конец добавляет, и операция pop left, которая сработает за от единицу, слева конца. Вот можете обратить внимание, я засек время. Сейчас вот здесь вот одна секунда, а здесь вот 17 микросекунд, хотя размер один и тот же у нашей вот очереди. И в целом, ну, делайте выводы сами. Поэтому, если есть возможность, используйте, конечно, эффективный способ. Еще можно обратить внимание, что самим как можно написать эффективную очередь. Для этого можно сделать двусвязный список. Это такая структура данных, которая содержит, во-первых, мы знаем про нее указатель на начало, указатель на конец, и мы можем работать как с одной стороны, так и с другой симметрично. А каждый элемент внутри этой очереди, ой, двусвязного списка, представляет из себя ну, совокупность трех э, частей. Это указатель на предыдущий элемент, указатель на следующий элемент и некие данные, которые нужны для работы. Так, ну вот ссылочки на э, документацию по дек и некоторые примеры, в общем используйте, рекомендуем. Далее, теперь поговорим про обход графа в ширину. Сначала уточним, какие графы мы будем рассматривать. Ну, во-первых, мы будем рассматривать сегодня невзвешенные графы, а взвешенных поговорит Тимофей на следующей лекции. Вот. Насчет того, направлен ориентированный или неориентированный граф, нам сегодня в целом не важно. Алгоритмы применимы в обоих случаях, но, как правило, будем работать с неориентированными графами. То есть неориентированный, значит, мы можем по ребру в обе стороны ходить одинаково, а невзвешенный значит, что все ребра одинаковые, у каждой вес единица. И расстояние между двумя точками например, между 0 и двойкой. Мы будем измерять в количестве ребер, которые, нужно, ну, которые содержат минимальный путь из нуля в 2. То есть вот здесь вот два ребра. А, работать с графами будем в виде списков смежностей. Ну, в данном случае это у нас будет такой словарь с множествами. Он что из себя представляет? А, ключи — это наши вершины исходные, то есть 0, 1, 2, 3, 4. А далее по каждой вершине мы содержим множество ее соседей, также вершин. Почему здесь словарь и множество? Ну, опять же, они позволяют эффективнее делать многие операции, чем список. То есть проверка, что элемент лежит в множестве, делается за от единицу, а в списке за от n. Это, опять же, связано с особенностями хэширования, как устроены очередь и словарь. Вот, поэтому мы будем работать именно так. И в коде будет опять же это использоваться. Ну идем дальше. Вот рассмотрим такой граф. И уже переходим непосредственно к обходу в ширину. Ну, наверное, вы знаете уже обход в глубину. А обход в ширину это что-то похожее, но не такое. То есть в глубину вы как шли? Вы шли от одной вершины. Сюда, потом сразу же в другую вершину, в другую, в другую. И так, пока не упирались в какой-то тупик. То есть в вершину, у которой уже нету непосещенных соседей. После этого вы отскакивали назад на одну вершину и продолжали работать с ее соседями также максимально далеко. Обход в ширину здесь принципиально отличается. Аналогию можно привести, например, с возгоранием пожара, либо с каким-то флешмобом возгорание здесь аналогия в том смысле что у вас опять есть какая-то вершина но следующими по очереди для работы будут вершины которые находятся от нее на расстоянии одного ребра то есть далее мы будем работать с вот этими вот вершинами а мы не будем идти максимально вот сюда опять же далее то есть, грубо говоря, вот эта вот центральная вершина наша, она зажгла э, вот все вот эти вот четыре вершины. Ну, с флешмобом тут аналогия такая, что, ну, допустим, вот вы устраиваете проект X, вы позвали своих друзей. Потом каждый из своих друзей позвал своих друзей. И так далее, пока там, не знаю, друзья у всех не кончились. Тут нет такого, что вы позвали одного друга, потом друг позвал еще одного друга. И так по одному другу звали, пока друзья не кончились. Тут работает как бы в шире, ну, на каждой итерации, увеличивая, грубо говоря, вот эту длину цепи на единичку. Вот. Ну и в пожаре также. У нас как бы всегда вот каждая вершина, по сути, она передает эстафету, вот возгорания всем своим соседним вершинам, которые еще не в работе. То есть вот сначала 0 передала соседям, далее вот каждая из этих вершин, четырех, один, 10 11 12 я специально порядок делал тут случайный у номеров они также придут своим соседям Ну и трудно догадаться что это будет 6, вот эти вот три вершины вот это и вот это собственно вот следующая итерация будет выглядеть именно так здесь я не знаю видно вам или нет но вот это вот красное ребро вот это вот черное якобы рисовал вот вот это вот черное я рисовал. Ну, ребра, по которым мы, соответственно, осуществляем переход из вершины к следующим вершинам. Что происходит дальше? Дальше мы из каждой вершины, опять же, ищем еще незаюзанных соседей, и мы переходим в них, помечаем. После этого, то, соответственно, алгоритм работает, пока у вас есть какие-то вершины, вот на последней итерации полученные, но у которых еще нету непосещенных соседей. Здесь мы видим, что у нас непосещенные соседи кончились. В принципе, лекцию можете не фотографировать, я все это выложу и скину вам. Так что, э, э, как вам удобнее делайте. После этого, на последней трассе, у нас уже непосещенные соседи кончились. Нам идти некуда, мы объявляем обход в ширину законченным. Здесь сразу же можно уже сказать, какую одну из задач можно решать с помощью обхода в ширину. А это именно <сёк> поиск наикратчайшего расстояния от центральной вершины до всех других. То есть вот здесь вот, э, вот этот у вот нас столбик расстояний до других вершин. От себя до себя полагаем расстояние 0. Далее ищем расстояние до ее соседей 1, 10, 1, 12. Но, ну, очевидно, они будут э, один. Ну, мы перешли в соседей, сделали итерацию. И мы... А, вот расстояние, которое было до соседей... Нет. Вот, и мы каждой вершине э, новой ставим такое расстояние. Это расстояние ее предка плюс один. Ну, очевидно. Вот расстояние здесь было 0, значит, у потомка, то есть у вершины, в которую мы перешли за одно ребро, должно быть расстояние на единичку больше. Вот мы так и делаем. А, вот эти четыре вершины будут иметь расстояние 0 плюс 1, то есть 1. Они здесь и здесь. Далее, вот 7, 8, вот эти 3, вот эти 2 будут иметь расстояние 2, потому что мы перешли в них из вершин с расстоянием 1. Ну и остальные вершины будут иметь расстояние 3. Так. Давайте по вопросам. Если вот есть вопросы, я буду делать некие паузы и спрашивать, чтобы все шло с усвоением. Вопрос есть? Хорошо. Да, но мы попали в нее более быстрым способом через 0.1.7. Поэтому вот это ребро мы. Находясь в пятерке, мы в целом просмотрим всех ее соседей. Мы увидим, что есть 13. Но мы опять же увидим, что 13 она уже посещена. Она там уже идет на флешмоб. Поэтому мы э, ее никак не, не меняем. Такой вот э, проверка. Грубо говоря, что ваш сосед уже посещен, она позволяет находить циклы, об этом мы также поговорим. Также вот здесь вот в целом у нас цикл есть. Так, ну я неспроста говорил вначале про очередь, да и тут на слайдах она уже мелькает. Причем тут вообще очередь? Очередь э, здесь нужна для того, чтобы обеспечивать правильный порядок э, обхода вершин. То есть, грубо говоря, у вас всегда вершина, которая находится на расстоянии n, будет обработана раньше, чем вершина на расстоянии n плюс 1. Вот как здесь это устроено. Мы начинаем с очереди, ну, пустой или очереди, вот, в которую добавили один наш начальный элемент. Она 0. Далее. Мы, грубо говоря, имеем очередь, мы делаем из нее извлечение элемента. Она временно станет пустой, но после этого мы добавляем всех ее соседей. То есть мы взяли элемент 0, добавили всех ее соседей в очередь. После этого очередь стала такой. То есть, грубо говоря, вот здесь вот до единички раньше был 0, но мы его взяли, с ним э, взяли, после этого посмотрели его соседи и добавили в очередь. Вот э, такой примерно порядок. Э, после этого, вот что у нас будет происходить? Вот у нас есть очередь. Мы должны... Как работать? Мы берем из очереди элемент, начинаем с ним работать. Работа заключается в том, что мы добавляем его а, соседей в очередь. То есть мы берем элемент 1, после этого он исчезнет из очереди, и добавим элемент 7. Он появится в конце очереди. Далее извлечем элемент 12, добавим 8. Извлечем 11, добавим сразу 3 элемента вот этих. И извлечем 10, добавим 2. То есть, проделав все это, мы получим очередь, в которой вот вершины с расстоянием 1 отсутствуют, но с расстоянием 2 вот все вот у нас уместились. Разумеется, вот на каком-то промежуточном шаге у нас очередь будет состоять из элементов как и с расстоянием 1, так и с расстоянием 2. Но мы точно знаем, что элементы с расстоянием 1 находятся в очереди раньше, чем элементы с расстоянием 2. Если что-то чуть-чуть сейчас непонятно, то в целом не переживайте, мы напишем код и все должно быть хорошо. Так, ну опять же слайд, надеюсь видно цвет ребер, который иллюстрирует э, разницу в обходах в ширину и в глубину. Ширина она идет сразу ко всем соседям, а глубина она идет, ну вы рассматривали подход с рекурсией, можно в принципе со стеком, она идет э, по одному направлению максимально далеко вот еще раз я запомнил граф запомнил расстояние и также отметим что трудоемкость такого алгоритма будет о от n плюс m так теперь давайте напишем быстренько код и так считываем мы сначала количество вершин и количество ребер то есть это у нас получается map in Input split. Допустим, неплохо бы тот граф сейчас перед глазами иметь. То есть я хочу в целом его забить и увидеть, что выдаст те же самые расстояния, что и вот здесь. Ну и напишем, конечно же, код. Так, у нас тут, если я не ошибаюсь, 15 вершин. И, по-моему, 16 ребер. 1, 2, 3, 4, 5, шесть, 7, 8. Так, надеюсь, вот конструкция, которую я написал, э, синтаксическая, всем понятно. Есть кто не понимает, вот, что это такое? Это вот вызывает сначала input, который получает строку. Далее от него вызывается сплит, который разбивает строку на подстроки в виде списка. А далее map применяет ко всем элементам вот этого множества, ну, это не множество, конечно, ну, грубо говоря, вот этого объекта, ко всем его элементам применяет операцию int. То есть, и вы получаете таким образом ну, два числа. Далее. Создаем граф. Как я говорил, в виде словаря с множествами. Значит, мы пишем как? Буду немножко подсматривать свои шпаргалки. Так. Uh -huh. I for I in range n. Так, у нас вот n вершин и m ребер. Что эта конструкция делает? Эта конструкция называется dict comprehension. Это как лист comprehension. По-русски некоторые называют итератор, но это в целом не вполне верно. То есть итератор — другое. Правильно, наверное, говорить «dict comprehension». Это некая штука, которая, грубо говоря, вот, динамически создаст вам словарь. В данном случае словарь будет с ключами всеми от 0 до n-1, а по ключу будет лежать пока что пустые множества. Далее, что мы делаем? Мы должны все ребра считать. For i e in range m мы считываем сначала координаты ребра v1, v2, видеть целых чисел. И далее мы должны в граф добавить их. Граф v1. Здесь у нас add, а не append, потому что это множество. Множество добавлять через add. Так как граф у нас не ориентированный, то мы добавляем сразу v1, v2 и v2, v1. То есть, если вот это вот исполнить, то сначала граф пустой выглядит вот так вот, а далее мы для каждой вершины сейчас считаем

10, 7, 13, 8, 12, 9, 11, 11, 12, 11, 14. Все. Теперь посмотрим, как выглядит наш граф. Кстати, если кто не знает, что вот это за прошка, в которой я работаю, это Jupyter ноутбук, он после установки будет запускаться прямо в браузере у вас, так что теоретически можно запустить серверы и работать на каком-то удаленном сервере. Это такая удобная интерактивная среда для запуска поочередно ячеек с кодом. То есть видите, я в одной ячейке я написал код, считал, проверил, что все считалось. Далее в другой ячейке я написал код, который считывает ребра. В третьей ячейке я его распечатал. По сути, это все можно делать по очереди в любом порядке, строить графики, все очень удобно. И как бы попробовав, в целом многие решают им и пользоваться. И, ну, эта среда реально популярна сейчас. Так что рекомендую. Далее. Так, после того, как считали граф, давайте уже непосредственно писать а, обход графа в ширину. Давайте сразу напишем код, который будет считать расстояние. Да, ну, очевидно, нам надо тогда создать какой-то. А, мы будем список расстояний рассматривать. Поначалу полагаем, что расстояние от нулевой вершины до всех равны нам. Неизвестны. Ничто. Далее. Ам. Сейчас. Угу. Далее нам надо запомнить вершину, с которой мы начинаем. Угу. Перед этим еще импортнем нашу библиотечку. И создадим очередь. Ну, очередь мы сразу создадим с нашим начальным элементом. Угу. Вот так создали. Что нам нужно дальше? Э, пока очередь не пусто. Вау. Можно написать так. Это в целом такая конструкция э, срабатывает э, на Проверку того, что у вас вот длина множества, ну немножко вот объекта вашего, длина 0. То есть если длина очереди будет 0, то while не пройдет. Что дальше? Мы достаем элемент current vertex. У нас query pop left. Так, сейчас. Давайте вот этот код исполним, чтобы у нас некие штуки работали. Pop left. Угу. Получили вершину. Далее. Uh, мы возьмем всех ее соседей в цикле for neigh v in car in graph .Корви, то есть граф это у нас вот такая конструкция. Граф v — это множество, которое лежит по индексу, то есть для нулевой вершины это будет вот это вот множество, а далее такая вот конструкция опять же циклически позволяет перебрать все элементы множества uh, for вершина in graph... Наша, что мы делаем? Um, мы проверяем, что она еще не посещена. If v. Nah, ну, как мы это проверим? Мы проверяем по расстояниям. If distances nah, if v is none, только not is none. То есть э, расстояние отсутствует, эта вершина еще не посещена. И да, кстати, надо было поставить distances вот старт vertex равным нулю. Угу. В итоге, если у нас дистанция равны нан, это все равно, что хранить множество вершин, которые не посещены. Можно проверять, что расстояние до вершины еще неизвестно. Сейчас... Секундочку. Сейчас, 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 сейчас. Какой? В пятой? Вот в этой? Мы создаем очередь э, фор в формате DEC, вот в этого, из, грубо говоря, списка. То есть можно было создать пустую очередь, а потом добавить. Но можно как бы передать список, и она его переделает в очередь. Ну, в своем формате. Так, что мы говорим? Distances из на. Значит, мы там еще не были. Говорим, distances nice, равно distances. Карми. та да -та да -та Плюс один. Никогда такого не было. И вот опять. Так. Ну, что нужно сделать? Теперь, очевидно, надо добавить на их V в очередь. То есть, чтобы мы в дальнейшем рассмотрели всех ее соседей. Так. В целом, вроде все. Давайте попробуем запустить, он прямо сейчас отработает и посмотрим. Все, отработал. Пишем distances. Так. Что-то пошло не так. А, вот здесь надо, if not, if is none. То есть, да, извините. Надо проверять, что расстояние до вершины отсутствует. Запустим еще раз. Так, почему-то расстояние до второй вершины. Так, мы почему-то вторую вершины, mm -hmm. это связано, да, не с кодом, это связано с тем, что мы ее почему-то в граф не добавили. Mm -hmm. да, мы здесь, вот здесь вот я, по-моему, ошибся. Здесь надо было где-то добавить 2,6. Вот это. Ну, ладно, про простите меня за такую оплошность, но если не рассматривать вторую вершину, то мы можем убедиться, что все вот расстояния равны. То есть 3, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 1.0. Ну вот. По сути, вот весь код. Переходим на слайд. Вот то, что я вам и писал. Тут вот есть все комментарии. Ну, надеюсь, что с кодом в целом все было ок. Теперь давайте поговорим про то, для чего можно использовать наш с вами только что написанный обход графа в ширину. Первое самое тривиальное это с помощью него искать компоненты связности. Сейчас я просто, а, так сказать, ну, скажу, что можно делать, а дальше на следующих слайдах расскажу как. выделять компоненты связности, искать кратчайшие пути, что в целом мы уже делали, восстанавливать кратчайшие пути, то есть не только писать для каждой вершины а, какое до нее расстояние, но и запоминать путь, каким мы туда пришли. Тут, кстати, стоит заметить, что, разумеется, у нас пути до вершин могут быть, могут получиться разными. Это зависит от того, в каком порядке мы выбираем, перебираем соседей какой-либо вершины. То есть, если мы перебирали с единицы, то у нас получился бы, допустим, один порядок. Если бы с 11, может быть, другой порядок. Вот. Поэтому, в целом, обход в ширину, если четко не указан порядок перебора соседей, он может отличаться. Что еще? Еще можно искать остовное дерево. То есть это дерево, которое содержит все вершины вашего графа. Вот опять же, мы просто запоминаем, по каким вершинам мы шли и ой, по каким ребрам шли. Вот. Это сделать можно по ходу алгоритма. И добавляем их в какой-то наш список. Итак, поиск кратчайшего пути, восстановление кратчайшего пути, нахр... нахождение кратчайших циклов в ориентированных графах. А, далее вот две задачки похожие. Это найти а, все ребра или все вершины, которые лежат на каком-либо кратчайшем пути из одной вершины в другую. Такие задачи тоже возникают. То есть найти можно ли, ну, быстро проверить, лежит ли вершина на каком-либо кратчайшем пути из одной в другую. А, иногда возникает задача найти какой-либо путь в графе, но четной длины. То есть обязательно, чтобы путь был кратчайшим и при этом содержал в себе четное количество ребер. Ну и еще одну такую вещь я вам расскажу под конец. Так, про компоненты связности. Ну, что тут говорить? Все так же, как и с обходом в глубину. Мы выбираем какую-либо вершину начальную, начинаем из нее а, расходиться в ширину, тем самым ну, захватывая, захватывая новые вершины. И если компонент связанности ну, больше, чем одна, то мы в какой-то момент закончим наш обход в ширину, мы закончим находить новых соседей у вершин. Закончили, сохранили компонент связанности. Но при этом мы можем посмотреть, остались ли у нас вершины, которые еще не посещены таким подходом. И если они остались, мы можем из любой из них начать новый обход в ширину, Завершив его, увеличить компонент связанности на единицу, повторяйте это до тех пор, пока наш обход не закончится. Следующее. Восстановление кратчайшего пути. Опять же, давайте пока что все-таки напишем на ходу. Так. Что нужно для восстановления кратчайшего пути? Для этого достаточно всего лишь хранить список родителей наших вершин. Parents uh, none. Множить на n. И далее. Вот в этот момент. Parents. То есть мы говорим, что для соседа. Родитель. Тот, кто был раньше. Это... Карви. Вот, в принципе, и все. Мы запомнили список предков. Напечатаем-ка его. Вот. Но мы видим, что вторая вершина у нас получилась какой-то отрезанной, ни с кем не соединена. Предков нет. Для нулевой вершины также мы считаем, что предков нет, так как мы с нее начинали. Для остальных в целом все нашел. То есть давайте проверим там. Ой, тут, конечно, так. Раз, два, три, четыре, пять. Для... Ой, 0, 1, 2, 3, 4. Для четвертой вершины предок 10. Так ли это? Ну да, вот мы пришли в четверку из 10. А… Теперь мы, имея этот список родителей, мы можем получить именно путь, к мы пришли. Так, ну, создаем path. Path мы будем делать с конца, сначала, а потом развернем. То есть создаем список. Там сначала будет... То есть найдем путь из... Какой? Из двой... Нет, двойка выказала. Из девятки в ноль. 9, ну там, end vertex 9. Так, теперь. Uh -huh -huh. Так. Parent равняется. Берем предка ее. Parents. Вот n vertex. И пока parent not none, Тут нельзя написать while parent, потому что если у нас parent будет 0, то цикл также не сработает и выдаст все равно, что false, эквивалент false. Но нам надо проверить, что именно не нам. Поэтому while parent здесь, конкретно здесь написать нельзя. Хотя в целом while что-то она также будет проверять на нам, но не только на none. While not parent Добавляем в path, а, ну, мы меняем parent. -а. Так, while path uh, append parent и parent равняется parents. Вот себя же. Так, ну, дай бог, чтобы получилось. Так, ну смотрим path. Ну, посмотрим его а сразу, грубо говоря, наоборот. 0, 11, 9. 0, 11, 9. Все четко. Ну, мы как? Мы взяли родители девятки. У него он оказался одиннадцатым элементом. Взяли родителя одиннадцатого, он оказался Нулем. Ну и все, мы как бы взяли родители от нуля, он нан, поэтому мы закончили. Ну, собственно, такой вот нехитрый код. Но вот здесь написано абсолютно то же самое. Так, дальше будет вот интересная такая задачка. Давайте, если какие-то вопросы, сейчас спрашивайте. дальше будет такая со звездочкой задачка. Вопросов нет. Ну, окей. Теперь вот расскажу про интересную задачку. Была в прошлом за... году на контрольной. А... формулируется она так. Даны две клетки на шахматной доске, и нужно восстановить путь коня минимальной, пути, минимальной длины, с помощью которого конь может попасть из одной в другую. А, ну, стоит оговориться, что, во-первых, такие клетки всегда есть. Ну, такой путь всегда есть для любых клеток. И вот в таких задачах на самом деле много задач можно свести к такой абстракции, как графы, в том числе и эту. Но главное, правильно понять, что от вас хотели или как тут это все сделать. То есть, первое, что нужно сделать, это представить эту задачу в виде графа. Второе уже, ну, я думаю, логично запустить просто поиск в ширину из одной вершины в другую с восстановлением траектории, то, что мы только что делали. Как раз-таки вот прямое приложение вот этого нашего алгоритма. Но какой тут будет граф, кто подскажет? Как вот эту вот задачу свести к графу? Сколько будет вершин? 64, да, 64 вершины. Что будут представлять из себя ребра? Да, ребра будут соединять те две вершины, между которыми может ходить конь. Легко заметить, что этот граф также является невзвешенным и неориентированным, так как конь ходит в обе стороны всегда. Ну и значит, опять же, будем писать сейчас код. Конь а, а, может ходить, очевидно, не с каждой вершины в каждую. И далеко не у каждой вершины есть 8 соседей, как показано вот здесь. Потому что, например, из этой вершины можно попасть только вот сюда и вот сюда. А остальные 6 они за пределами поля. Поэтому здесь в целом надо к задаче подойти несколько творчески. И что давайте мы сейчас попробуем сделать. Начинаем нашу вот коняшку далее мы не будем мы заранее не будем считать сколько нам надо считать ребер мы делаем это по ходу мы знаем что вершина 64 но давайте называть здесь вершины не по порядку от 0 до 63 это неинтересно и сложно сопоставить давайте называть вершины строками ну как в шахматах там а1 d4 и все такое может быть, не сразу понятно, как это сделать. Вот давайте. Ну, как бы одно из, один из вариантов. Смотрите. FGH, Так, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, numbers равняется, 3, 3, 5, 6, 7, 8. Угу. Так, все возможные верш... буковки и все возможные циферки я сделал в виде строчек. Далее. А, граф, опять же, у нас будет словарем. Дикт. А, создаем пустой словарь. Вершины будут представлять из себя уже не а, номера, а строки. Переберем все возможные строки. То есть 8 на 8, 64. For L in letters. For n In numbers граф вершина как называется и плюс n мы складываем две строки Ой, l плюс n l плюс n будет строка из двух символов граф l плюс n мы кладем сюда пустое множество так наш пустой граф без ребер выглядит пока что вот так Но в целом уже как бы что-то вот на 64 вершинки далее Теперь надо, самая сложная часть в этой задаче, пожалуй, это правильно все ребра туда положить. Ну, давайте как это сделаем? Опять же, пройдемся по всем вершинкам. И так каждой вершины будем проверять, есть ли у нее соседи на 2,1, на 2,-1 и так далее. Как мы будем проверять, что вершина существует? То есть мы будем проверять, что l плюс n, грубо говоря, in-graph. Эта штука проверит, находится ли строка вот такая вот l плюс n в списке ключей нашего словаря. Ну, грубо говоря, все равно, что существует ли такая вершина. А, так. А, так, секундочку. Небольшая шпаргалка. Ой, извините, лучше не, немножко не так сделать. Не раньше 1. А, не раньше 8. Угу. угу. Сейчас увидите. Так, формируем нашу вершинку. V1 1 это у нас... Letters E плюс numbers g. Извините, мы тут будем проверять, не что у нас есть такой ключ в словаря, а что у нас, грубо говоря, не вылезет за диапазон от нуля до, от единицы до ну, от нуля до, до, до семи. Так. V2 — это вторая вершина, она пока еще нам неизвестна. Так, ну и проверяем. А, так. В питоне можно писать такие конструкции сразу. И... То есть мы смотрим плюс 2, плюс 1. 7. То есть это проверяет включительно от 0 до 7. В целом нам надо. Если это выполнено, то мы в 2 формируем как э, вот эта вот штука. И плюс 2, g плюс 1. И... Э, давайте напишем функцию, которая добавляет ребро. В1, В2. Просто чтобы количество строк было поменьше. Граф A, v1, add v2. И граф v2, add v1. Теперь, когда надо добавить серебро, мы просто будем говорить add edge, v1, v2. Теперь, по сути, по аналогии делаем то же самое. Так, минус 2. Так, теперь минус 2 проверим. Минус 2 плюс 1. Плюс mm. 1 плюс 2. И минус 1 плюс 2. Так, теперь здесь минус 2, плюс 1, плюс 1, плюс 2, плюс 2, минус 1. Так, запускаем. Что-то получилось. Давайте посмотрим вкратце на этот код. Тут есть один нюанс. Это не нужно. Здесь нюанс в том, что, смотрите, на самом деле, можно было попробовать перебрать 8 вариантов, соответственно, плюс-минус 2, плюс плюс-минус 2 умножить на плюс-минус 1, плюс-минус 1 умножить на плюс-минус 2. Но я не перебирал варианты, которые справа отличаются на минус 1, потому что, очевидно, они будут покрыты в ходе перебора парной вершины. То есть, чтобы каждое ребро не добавлять дважды, ну и чтобы сократить себе количество кода, я здесь не писал варианты, еще четыре варианта, где у нас были бы минусы с правой стороны. Я везде писал плюсы. Вот, проделав это безобразие, мы получаем наш граф вот в таком виде. Ну, скорее всего, это похоже на правду. Ну, то есть, допустим, соседи у вершины А6. У нас B8, C7 и так далее. Посмотрим так, А6. B8, C7, B4, C5. B4, C5. Ну да, все правильно. Вот. Так. Наш граф мы подготовили. Теперь э, задача состоит в том, чтобы этот граф э, пройти в ширину. Давайте возьмем наш код. Сразу скажу, немножко надо будет подправить кое-что. Старт вертекса мы уже нумеруем не цифрой, а строкой. Соответственно, у нас э, d4, а end f7. D4 F7. Uh, parents мы будем хранить не в виде списка, потому что мы теперь не можем обратиться к parent по индексу. У нас нет индексов. У нас есть просто название вершин. Поэтому parents мы сделаем тоже в виде словаря. Parents это v uh, none for v in graph то есть для каждой вершины пока что parent отсутствует дальше так очередь сделал расстояние расстояние опять же будут у нас с словарем v non for graph in v но что словарь, что список, мы всегда все равно можем обращаться вот по такому индексу. То есть в случае с списком это у нас будет индекс целочисленный, а в случае со словарем это будет ключ, но механика работы такая же. Вот в квадратных скобочках. Давайте дальше. Так. А, ну в целом вроде бы все правильно. Так. Теперь возьмем код для ПЭСА. Ну и давайте посмотрим, получился он или нет. D4, F5, D6, F7. Так. Давайте посмотрим. D4, F5. D6F7, D4F5, D6F7, то есть оп-оп-оп. Ну да, этот удовлетворяет правильному пути. Вот я писал до лекции код, может быть тут вот другой порядок перебора получился, и видите, как бы Ну, вот вчера у меня получился другой путь, хотя оба верные. Это еще раз подчеркивает то, что обход в ширину в целом может находить разные пути. Так, вот задачка с конем. Тут еще раз, на самом деле самое сложное в некоторых задачах это именно понять, причем тут графы, как эту всю задачу можно свести к графам, чтобы потом уже какой-то стандартный алгоритм там запустить. Опять же, вот код, который я писал, тут тоже есть. В каких-то микроэлементах может он отличаться от того, что я пишу непосредственно в эфире, но это тоже рабочий. Так. Под коням. Есть вопросы? Вообще, когда нет вопросов, это либо все понятно, либо все непонятно. Я надеюсь, что все понятно. Но это реально не, не так сложно, если в целом все разобрать. Давайте идем дальше. Следующее приложение нахождение кратчайшего цикла. А, запуск... Ну, как мы его делаем? Мы просто а, из каждой вершины запустим ход в ширину а, и будем проверять, что мы нашли какой цикл. Какой-то цикл. И после того, как мы все такие циклы найдем, мы просто найдем из них, выберем кратчайший. А проверка, что мы в цикле, она производится очень просто. Нужно а, в момент перебора а, соседей, а, если какой-то какой сосед уже посещен, мы просто берем. Ну, запоминаем, что вот здесь был цикл, и мы говорим, что вот между этими ребрами есть связь. Берем путь до первой вершины, до второй. Ну и это у нас будет цикл. Вот. Дальше. Нахождение всех вершин и всех ребер на кратчайшем пути из одной вершины А в другую Б. То есть, если что подразумевается, что если у вас есть две вершины. Между ними существует несколько кратчайших путей, то теоретически э, можно проверить, что какая-то либо вершина попадает на один из этих путей. Как это проверяется? Мы запускаем два обхода в ширину из стартовой вершины и из конечной. И просто проверяем в случае для вершины такое равенство, чтобы, грубо говоря, мы с одного конца пришли в вершину, путь, плюс пришли в вершину с другого конца, и это все равно, что по длине весь путь. Так как обход в ширину ищет именно кратчайшие пути, то это будет работать. Мы действительно найдем так кратчайшие пути. Mm. Так, дальше. С ребрами все абсолютно так же. Но нужно проверить, что мы дошли до стартовой вершины ребра, плюс, до конечной вершины ребра плюс один. Потому что ну, само ребро мы тоже прошли. Тогда оно лежит на кратчайшем пути. Но эти две задачки нереально простые. Надеюсь, вопросов по ним нет. Почему Надо тоже а, так, почему из Давайте посмотрим граф Конти. На самом деле сейчас из головы немножко вылетело. Давайте я подумаю, вот отвечу попозже. Так. Ну и предпоследнее приложение, которое я Сегодня хотел рассказать: это нахождение графов путей кратчайшей четной длины. Здесь такой делается хитрый ход, который э, несколько дублирует ваш граф. Вам нужно что? Продублировать каждую вершину и каждое ребро. Э, вершина у вас будет э, не только. Ну, не в единственном экземпляре, а, грубо говоря, в четном и нечетном. То есть каждая вершина превращается в E0 и E1. То есть вот 0 превращалась в 00 и 01, четную и нечетную. Также 20 21. Но при этом наши ребра, они всегда должны идти из четной вершины в нечетную, либо из нечетной в четную. И таким образом вот мы можем а, перейти из такого простого графа 012 вот в такой граф мы видим что у нас ну, двойка соединена с нулем она соединена здесь соединена здесь но здесь как бы у нас четность двойки такая а здесь другая и ну, четность нуля и разная также и с этими так ну и так, у нас еще минут 15. Ну, давайте попробуем. Хотел рассказать про еще одно приложение, которое можно использовать для работы с графами, для обхода в ширину. А это именно а, вот ВКонтакте или какой-то другой социальной сети. Ой, тут я не дописал, но это я код сейчас напишем. Это найти на, более короткую цепочку друзей, ну, общих, которые вот идут от одного человека к другому. Это в целом ну, распространенная задача, как там теория шести рукопожатий, и в целом это можно делать через э, ВКонтакт. Mm -hmm. Ну, легко заметить, что это в целом тот же обход графа в ширину, ну, просто надо правильно создать граф и его получить как-то. Заодно немножко расскажу вам, что такое VK API и вообще, как интернет работает. Так, HTTP-запросы делаются. HTTP — это такой протокол, по которому... Ну, текст трансфер, протокол, по которому передаются данные. Там есть определенные заголовки, определенные шаблоны, поля. Вот. То есть мы будем делать HTTP-запросы к сайту контакта. Запросы к сайту контакта. Вот uh, некая шапочка, которая делает запросы. Так, uh, мы формируем HTTP-запрос. Вы, наверное, часто замечали, что ну, некие заголовки выглядят как. Uh, вот какой-то адрес сайта, далее вопрос, и какие-то там через запятую, ну, через запятую, через вот этот имперсант перечисляются разные варианты, ну, разные штуки. Это вот как раз-таки get запрос HTTP. Вы представляете себя, что вы берете адрес вот хоста и делаете get запрос с некими параметрами. Параметры здесь, что вот q равно vk api, равно vk api, add сравняется chrome что-то, то-то, ну и так далее. Все это get запрос с параметрами. Мы будем делать контакту то же самое. Хост у нас такой. А параметры а, нет, хост у нас такой, плюс вот название метода. Параметры мы должны передать access токен, версию API, ну и какие-то другие параметры для метода. Например, там получите не только название пользователя, но и там его город родной или университет, ну или что-то еще. Access токен — это некая штука, которая определяет, грубо говоря, ваши права доступа. Его получить можно через какое-либо приложение, зарегистрировать приложение ВКонтакте, получаете токен, ну, права токенов могут варьироваться от буквально там никаких прав до там писать сообщения кому угодно. Опять же, они привязаны в целом к юзеру. Вот использовать мой токен бесполезно, потому что он никаких прав не дает вам ну, в дальнейшем, если кто-то захочет его поиспользовать. И я его после лекции обнулю, так что <laughs> никакие хаки не пройдут, если кто-то хочет. Так, вот теперь делаем запрос. Ну вот хост плюс user get это делает просто строчку, с которой мы приписываем название метода. И передаем параметры. User IDs, вот это я и дуров, а, это как строка, вот список пользователей. Access token и версия API. Так, ну давайте сделаем так. Вот, запрос выполнился, мы уже получили какие-то данные. То есть я делал запрос, который получает базовую информацию про пользователей, типа как их имя, фамилия, ну, по-моему, по все даже, потому что я никакие дополнительные поля не задавал. Так, а это представляет из себя JSON-объект. Его получить вот так вот можно. Но JSON, по сути, для вас это практически то же самое, что и словарь. Ну Просто из JavaScript. Ну, а в Python это уже будет прям сразу словарь. Вот, по ключу response лежит список, а в списке лежат пользователи. Я и Павел Дуров. Вот, rjson по ключу response. Мы получаем список. Нулевой элемент это я. Вот, first name, ID и last name. А, давайте теперь... А, так. А, попробуем найти расстояние между двумя пользователями. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну попробуем найти между мной и моим студентом Груцин. Так. Ну будем как начинать? Давайте начнем с Андрея, потому что ну, у него ВКонтакте меньше друзей, чем у меня, поэтому с него поиск будет работать быстрее. То есть мы берем юзера, мы берем всех его друзей. Опять же, так как поиск в ширину. Берем всех его друзей, добавляем в очередь и проверяем всех их друзей до тех пор, пока не найдем а, ну, меня. В списке у кого-то в друзьях. Так, поэтому поменяем. ID start — Андрей. ID end я. Yeah. Так, пишем, ну создаем очередь. А... А вот это, кстати, библиотечка. Ее надо ставить через PIP. Это такой удобный прогресс-бар какого-то длинного цикла он будет вам печатать там. Сейчас такая тетрадь, сейчас такая-то. То есть чтобы вам ничего там не грязнить в коде, это хорошо работает. Так, создаем очередь. А, сначала напишем функцию, которая получает друзей. Да, я забыл. Так, def get. Friends, ускоряемся немножко, потому что время уже 10 минут буквально. Но я думаю, успеем. Uh, ID user. Далее. Uh, так, нам нужно теперь использовать метод не users get, а friends get. Вот он есть. Вот. Friends get. Надо передать user ID. Ну, по сути, все. Так. Uh, нас интересуют сейчас ID-шники. Так, User ID, Access Token. Так, и if uh, response, ну, это вот надо так сделать, поверьте мне. Потому что иногда запрос может ничего не вернуть. Например, если человек удалился из контакта, и у него просто нет, по сути, друзей, которых можно посмотреть, нам запрос ничего не вернет. Поэтому надо проверить, что такой ключ у нас вернулся. In R JSON. Далее мы делаем return R JSON. По этому ключу и items. Но это уже некие особенности, соответственно, того, что вернет ваш запрос. Сейчас я покажу, что это работает. Если у нас респонс отсутствовал, то мы вернем пустой список. Так, ну и давайте проверим, допустим, на моих друзьях. Так. Um, так. Сейчас, секундочку. Return, rjson, response items. Странно. Так. Сейчас. А, я забыл изменить. Friends get, да. Ну все. Да, вот, вернул лайдишники моих друзей. Я не запрашивал никуда дополнительную информацию, чтобы было проще работать. Так, начинаем с того, что мы э, помещаем в нашу очередь всех друзей начальной вершины. То есть get friends. Get friends это, по сути, получить всех соседей. То есть мы раньше брали это через готовый граф. Здесь понятно, технически очень сложно готовый граф как-то сохранить. Поэтому будем делать на ходу get-friends-list id-start. Угу. Далее. А, создаем parents и а, расстояние так же, как и с конем. Но только понятно, что а, сейчас у нас а, мы, по сути, создаем для каждого элемента в очереди. У нас уже был предок. Это начальная вершина. Значит, у нее было расстояние 1, а parent был такой. Так. А, да. Не так я сделал. Угу. Так, ну вот, сейчас посмотрим distances и parents. Угу. Да, все как и планировалось. Дальше. Проверяем, пока ID end не э, в расстояниях. Ну, достаем элемент из очереди, как раньше. Caruser. Э, pop left. Э, далее. Ну, получаем новый список его юзеров, то есть все его соседей new users равно а, как мы это делаем мы делаем через get friends get friends core user а, делаем небольшую задержку по времени вот через time sleep мы сделаем ну пока давайте две десятых секунды между каждыми запросами for user in tqdm New Вы сейчас увидите, как TQDM работает. Так, проверяем, что это наш юзер еще не посещен. Distances. Добавляем в очередь. Далее. И увеличиваем расстояние и парентов, как и раньше. Так. Только понятно, что там терминология сейчас другая. Так, дистанция с... Ю. Курьюзер, курьюзер. Так. Mm. Ну, вроде все правильно. Давайте запустим. Так, сколько вообще там будет uh, друзей-то? Я знаю, что расстояние должно быть 2. 859. Так. Так, стоп, иди старт. Так. 57, нормально. Так. Ну, пускаем. Вот так работает UKDM. То есть он, по сути... Ага. Закончилось уже. Ну, давайте посмотрим, что получилось. А, так. Нам теперь надо просто восстановить путь. Я не буду как бы заново каждый раз все это писать. Давайте воспользуемся тем, что уже написали. Ой. Так, ä, path. Ä, ну там у нас только ID-end. Так. Так, что-то... что то что то не то. Так. Давайте посмотрим, что Parent как бы правильно сохранился. Parents вроде выглядит правильно. Так что не так? Parent. Ой, ID старт надо, да. ID start. ID start. Ой, нет-нет, точнее. Что я делаю? ID end. Так, id end, parents id end, while not parent is none. Так, а что у нас в path? А, ну да, я ушел в бесконечный цикл, да. А, давайте проверим, что мы в, в нашем path. -е. Я не сделал расстояние... Нан до uh, начальной вершины. Поэтому давайте сделаем. Uh, и parent не сделал none. Parents uh, ID start равняется нан. Так, path. Ну вот, так получается. Давайте посмотрим. Так, я. Yeah. Следующий человек. Так. И следующий. Ну все верно. Ну собственно, в целом так все это работает. Я прям рад, что мы четко уложились по времени. Код здесь также сохранен. Но ну, это довольно-таки простая игрушка, с помощью которой вот можно поиграться с BFS. А, так. Ну, по вкопии вопросы есть? Так, ну давайте тогда все. Вопросы у Тимофея еще уточню точно по поводу вот этого вопроса, почему два раза запускать. Попрошу на следующей паре вначале ответить.